Здрасте. Представьтесь, пожалуйста. Капитан команды Ювентус Артур. Сегодня у нас была матч с командой Кальяри, одним из лидеров первенства, очень непростой соперник. Одержали сегодня первую победу в наших личных встречах с ними, насколько я помню. Наконец-то, да? Наконец-то, да. Ну, как обычно, очень непростой матч. Настраивались, конечно, как на серьезного соперника. Ну, кадровые были проблемы и у них, и у нас. То есть практически без замен играли. Матч такой, без особого центра поля вышел. То наседали они, то мы. Ну вот в конце нам улыбнулась удача, мы один момент не реализовали, а второй на самых последних секундах смогли забить гол и вырвать победу. Ну согласись, Артур, игра была по сути супер равная, получается, как вот ты сказал, в ту и в ту. Да, да, она была равная, я имею в виду, что моментами, конечно, кто-то из нас мог поддавливать, но в целом, если так разобрать за весь период игры, она была, конечно, равная, да. Ты сегодня в основном почти на бровочке стоял. Как со стороны игра смотрелась? Ну да, я где-то пол игры был на бровке, пол игры на поле. Конечно, когда на поле, то не так все хорошо видно, как с бровки. С бровки центр поля у нас проседал. В основном мы его пропускали. То есть передачи шли из глубины поля туда вперед. Там старались зацепиться. Плюс у нас сегодня на фланге был наш старый новичок, так скажем. Он уже когда-то был заигран за Ювентус пару лет назад. Вот он вернулся. Да, вернулся. Ну, по-моему, игрок матча просто сделал гол. Я даже не понял, второй гол он забил или нет. Я так, честно говоря, не разглядел этой кучи мали. Вот Карен говорит, что он. Значит, дубль. Дубль парень сделал. Принес результат. С чем поздравляю. Да, с чем поздравляем. Что требовалось, собственно, максимум получили.